походу дело у них, а я тут им мешаю. А вот одна еще летит. Опа, опа. Все. Не мешайте любовной паре. Весна, понимаешь? Ко мне! Смотри, вот он. Стой! Вот, 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 вот! Жена была бороться, длинный народ. Поехали на нее. И там мост больше, чем это разорвало. И тележки. И тележки внизу висят. И эта тележка, можно в нее сесть и натягивать руки, до этого моста приехали. И мы так катались. А мост мы сняли за два года. Мы сняли в тележку, речка как-то побольше. И фигачи, фигачи. Себя сначала. О, я снимаю на камеру. Нет, нам на камеру снимать. Не так раскаляющийся. Они грибов поели, которые этот. Галлюциногены? Да. Да, потому что роды, да, это все. А это Валера все, виноват. Все виноваты. Не все, только Валера говорит. Не в этом дело. Можно вот эту вот было побольше сделать просто ростом ее. Ростом побольше ее. Давай, давай, давай. Сильно. Слушай, вот, как вот как ты в Леху кидал мячик, вот этот тяжелый. Ну, а вдруг-то? Прошло 6 часов. Запас пошел. А что, труп? Труп? Где он есть? Труп? Труп. Подожди, трупа сейчас пока нет. Уголек должен быть. Как он быстрее появится, если труп положу? Оружие, сейчас, блядь, будешь ты. Сам, вон, сам, вон, все, вон все, уже. Молчу. Ух ты, бежал. А то по шее получи, и ходу. Положи темно все это. Слетела, ну эта штука. Уголек пошел, кстати. Уже задымело, запах уже все. Андрюш, отлично у нас получается. Втроем. Я тебе сказал, четвером вообще-то надо было. А четвертый человек. Я четвертый морально вас поддерживаю. Кислород подает одновременно. Пятый на люте играет. А где труп, кстати? Нет, там сейчас должен появиться уголек. Один? Труп потом. Труд сделал из человека, из обезьяны человека. Да, да, да. Потом обратно в обезьяну. Труд можно попробовать. Бежи крепче, Антон. Да что ты, блин. Ты слишком низко пускаешь. Уже. Дуй быстрее. Да там нет нихера. Вот для этого и нужен был труд. Не надо там никакого труда. Труд? Тут час уголь сначала надо добыть. Сзади выходные руды, никакого труда. Слышь, вот это никуда потом не девает. Почему? С собой надо было наоборот. Надо было твердую, блин. Не слушай. Слушай, ты переводил. Это плохо. Пошел. Этот фон. Все. Да. Что происходит, непонятно. Ну, просто гладенько. Вот. Вот в данный момент вот так вот подкладываю. Да, да, и да, да, дальше, да, господа. На форки туда подложи. Ай, ты. Сейчас. О! Не, вот, блин, пытался, не получается, зараза.
Хотя бы дым был. Сверлится, а не курит. Ай, зараза. Может быть... Ну, пошел. Да, там ничего не было. Да, я не слышал. Горячее. Да. Какой бы конец? Горячее. Я пробовал до этого. Нет. И этот тоже, кстати, горячий. Не, без пальца, там должен быть уголь, ты не разожгешь, что ты кидаешь? Там стенки просто попалило и все. Слышь? В этом ты немножко. Давай наоборот попробуем. Нет заклепок, привет, Макс. У нас есть коричневые только заклепки. И вообще, цвет дерева, где ты найдешь заклепки такие? Я знаю где. В строймаркете. Крепежат. Краску такую под дерево собираться привозить? Лавка горит. Не, вы его уже заполировали, но новую дырку закинули. Маш, подожди, там получается расстояние, и если не поставить заклепку, он не убирается. Может, его все-таки можно убрать как-то? Блин, ну это пошел значит, запах. Что-то не то, если сразу взять, одну придавить, а вторую затолкать. Одну держать, а вторую заталкивать. Хорошо, а если ты заклепаешь, что-то изменится? Окончательно. Так, ребят, на сегодня мы прошли 12500 шагов. И чё? И чё? Около 10 километров протопали. Это только в одну сторону. И чё? Ну так, я тут жил неподалеку, я регулярно в город ходил, отсюда пешком. Пешком ходил? Ну да, когда денег не было на автобус. В принципе, отсюда могут быть машины. Не только лишь все. Ну, чтобы машины. Не, это ж. Это издубленная сторона вниз. Пойдем, может быть, Андрюх, ну, главное зеленую, смотри. Там она удобнее лежать. Меня обжег. Пошел процесс. Ну, мы твой труд сожгли, еще? Там целый пакет есть. Ах. Это, короче... Типа я в этой штуке. Это. Оп. Смотри. Андрюх, сейчас... Давай мы уже, наверное, тебя... прекратим видишь, мучение твое. Мы тебе прям верим. Пальцем потрогай. Видишь один край такой? Да вот сюда. Ну. Вот сначала берешь, значит, вот этой пилкой, как бы как резцы оставляешь. А, потом... Раз. Потом этим краем, да? Потом тыльной стороной. Тебя... Да, класс. Где такая штука продается? В рыбацких, туристических, везде он компас там. Все, и купил, и положил, и не надо, не боишься спички как развести. Раз, и все.